Гульни розуму. У Гомелі проходить молодежный чемпионат света по шашках 100. На протягу тыдня за узнагороды будут змагаться больше, як 200 юных гульцов с 15 краин. Беларусы, дарэчы, сирот фаворитов сусветного форума. Евгения Савина протягне. Команды представляют 4 частки света – Европу, Азию, Африку и Америку. Беларусь у сусветной федерации шашек на добром рахунку. Не раз у нашей краине проходили буйные турниры. У минулым годе Витебск примал молодежный чемпионат Европы. И вось надышла чарга старту сусветного масштабу. Проводить его доверили Гомелю. Для нас это очень важно, очень интересно и такой необычный новый опыт в подготовке мероприятия такого уровня. Все организаторы постарались сделать все, чтобы те спортсмены, которые приехали сегодня на чемпионат мира по шашкам 100, они не чувствовали никаких проблем. Гамельчане не подвели. Узроўнем организации турниру представники сусветной федерации застались задоволенными. А церемонию открытия увогуле назвали одной из лепших за апошнія гады. Церемония открытия чемпионату была яскравая и запоминальная. Я наведываю шмат спаборництва у розного узроўню и могу сказать, что эта церемония открытия была одной из найлепших за апошнія 10 годов. Мы бачим, что у Беларуси спаборництвы заўсёды проходят на высоким организационным узроўні. А тому мы доверили менавіта вашей краине проводить сёлета чемпионат свету сярод моладзі. Умовы для баталі створили самые найлепшие. Справа за гульцами. И тут беларусы у ліку фаворитов. На сёлетний турнир покуль никто не загадывая. Однак есть упэўненасць, что без узнагород найвышэйшай пробы беларусы не застанутся. Апошнія годы наша команда заўсёды показывала добрые выники. Вось, например, у минулом годе на таким же чемпионате у Польши мы заняли первое место в неофициальном командном заліку и выиграли 7 золотых медалей с 16. Заўсёды спадзяемся на лепшее, чтобы гімн Беларуси гучал як мага частей. Соперники из других стран про высокий уровень подрыхтовки белорусов ведают не по шутках и отдают господарам належное. Я рассчитываю на призовое место. Главные соперники – мой сябра по команде и белорус Михаил Семянюк. Было бы вельми цікаво с ним сгулять. Едси – опытный гулец. Для его гэты молодежный чемпионат света шостый по лику и апошний. Узрост вымушая переходить у дорослые шашки. А вот гамельчанин Александр Малахов, який выступает у молодшей узростовой группе, дебютант сусветных турниров. И планы на гэты чемпионат у яго стиплые. На что ты рассчитываешь? Ну, не на первое, но и не на последнее. Молодежный чемпионат света по шашках проходит у громадско-культурном центре у Гомеля. Усе пераможцы турниру станут свядомы 3 листопада. Максим Савин, Евгения Кухаронак, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».